Щенки приучаются у нас к воздуху ровно. У нас на улице всего 10 градусов. Открыта дверь. Каждый день открываем. Двери, они вот так вот спят. Сквозняка, конечно, нету, но холоднее. Ну, печка включена стоит, как бы немножко, чтобы подогревать помещение. Заодно и проветриваем помещение, и приучаем потихонечку. Ну, как видно, они друг к дружке не прижались. Ну, хорошо, они покушали. Мамкино молочко поели. Творожок покушали. Все покушали утром творожок. Будем еще вечером кушать. Завтра будем 3 раза в день творог кушать. И плюс еще добавится, я не знаю, мясо или... Смотрю, сегодня поеду куплю. В 3-й неделе щенков надо подкармливать уже, давать печенку 1-2 раза в неделю. 1 или 2 раза в неделю печень вареную щенкам. Творог, смешанный с кефиром или с йогуртом. И фарш, обваренный кипятком говяжий. Вот потихоньку, сразу все, вот завтра, сегодня у нас 3 недели. И мы начнем добавлять уже мясной продукт. Наверное, сначала попробую фарш. И потом печеночку. Потому что печенку хорошую найти сложно. Завтра у нас суббота. Мы съездим на рынок за обрезью говяжьей. И, наверное, посмотрим печеночку для себя и для них. 1-2 раза в неделю печенка, а фарш каждый день. Ну вот, может, кусочек мяса хорошего. Но я буду покупать мясо и прокручивать фарш сама, потому что что прокручено в магазине, неизвестно. Ну вот так вот мы приучаемся к улице. Сейчас покажу, сколько на улице, но это у нас еще закрыто немножко тут. У нас вот, как моя показывала, строили здесь. У нас они, сейчас у нас потепление обещают, и мы их сюда вот переведем. Еще вот выходной день был, мы другое место строили. Температура у нас... На градуснике 12 градусов. Так, ну, здесь эта лента. Но здесь как бы закрыто, еще немножко ветер. Ветра здесь нету, поэтому они вот так вот у нас потихонечку приучаются. Но уже пытаются к дверям подходить, хотят выйти на улицу. Ну вот, на этом пока все. Мамка постоянно лежит рядышком, на них смотрит. Кормит она добросовестно, но уже ложится меньше. Они уже, потому что побольше у нее начинают высасывать за один раз. И она уже реже ложится их кормить. Сегодня этот матрас бы хотела вчера убирать, не было времени. Сегодня буду убирать этот матрас, стелить свежее. Поеду домой, что-нибудь привезу. Сюда постелить. Ну вот на этом пока все. Ну, на мы выходим, видите, с матрасика. Девки писают на матрас, а пацаны... Ну вот это вообще-то девочка тоже. Это Кнопа наша, которую реминировали, она, вес у нее хороший, мы ее оставляем, мы ее не продаем, потому что она, мы ее реминировали. Вот мальчик вышел, писает тоже. А девки там две потопали. Беленькая то на матрасе писает, то выходит, писает, как по настроению у нее. Ну вот, пока на этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Смотрите, как мы растем. Будем рассказывать, что мы потихонечку, как мы вводим продукты какие, как мы кушаем, как мы гуляем, как прививки делаем. Все это мы будем снимать. Все, спасибо за внимание. Через неделю мы уже будем делать листование, готовиться к прививкам. Вот видите, белая сила писает. Ну что это такое за безобразие, а? Вот так вот. А на улицу, конечно, здесь, когда не под предбанник, там сено наложено. Конечно, не матрас, а сено будет там лежать.